Привет, дорогие подписчики! Вот мы опять на участке. К нам пришел наш старый добрый знакомый Нурали. Поздоровайтесь вот с ним. Вот, смотрите, пока я тут еще ездил, бегал, чем-то занимался, он уже приступил к планировке нашего участка. Смотрите, уже тут красоту наделал. Сейчас мы это все дело еще накроем вот типа как здесь вот пленкой, чтобы на весну, если еще тут просядет где-то, что-то было поподсыпать, чтобы не прорастало тут ничего. Может, еще где-то ямы какие-то мы позасыпаем чуть-чуть, вот тут еще вот пониже как-то есть. Вот так. При свете дня, вот смотрите, наши еще фундаменты, которые уже вот стоят. Дела. Сегодня еще в планах вот будет геотекстилем уложим здесь, геотекстилем и засыпем черноземом, чтобы этот склон пока не уезжал. Потом мы будем заниматься, но песок укрепим чуть-чуть. Вот такие вот дела. Сейчас я буду по мере того, наверное, какую-то часть работы освещу, а наверное буду только результат конечно показывать в основном, потому что тут как бы такая обычная работа, ни о чем. Просто копать. Ну что мы любим делать. Так что оставайтесь с нами. Так, смотрите, дорогие подписчики, вот, начали укладывать геотекстиль, но его пока камнями придавили, я потом куплю вот эти вот, я неправильно, не знаю, как они правильно, эти анкеры называются, или как еще, которые шпильки просовывают, я их потом запихну, и геотекстиль у меня, оказывается, я думал, у меня рулон тут большой остался, вот кусочек был, который вот мы его уложили и присыпали черноземом. На этом пока все, мы с этим завершим. Вот сделали основание. Тут уже выровняли более-менее, как оно должно быть. Что у нас останется вот в машине? Вот я уже, наверное, там вот клеенка у нас валяется. Раскатаем сейчас здесь клеенку, потому что на зиму, я думаю, тут еще грунт осядет. Но я не хочу, чтобы тут какая-то трава живность появлялась растительная. Поэтому накроем вот по примеру там вот как клеенкой, пускай приедет там все у нас, а на весну уже посмотрим, что у нас там уже будет случиться, и будем подсыпать в нужных местах только. Как-то так. В планах выдалось такое еще теплый солнечный день. Мы решили немножко еще сегодня поработать. Позвонил Нурали, у него по воскресеньям обычно выходные, и вот мы начали сегодня делать еще кое-какие такие. Закончим мероприятие, пока сегодня тепло. Вот помните, в видео в предыдущем я говорил, что покажу результат. Вот понакрывали клеенкой нашу землю, чтобы она там прела, трава не заводила, вернее, не зарастала всякой дрянью, а мы потом траву засадили. А сегодня вот сегодня делаем такие фундаменты, еще выкопаем под нашу террасу небольшую. Такие вот ямки повыкапываем. Сейчас до земли вот докапываемся такой нормальной. Вот эту шляпу, которую мы тогда накидывали. Тут, наверное, поглубже еще сделаем.
это все дело накроем еще геотекстилем и будем уплотнять наш грунт под времянку. Такой лайтовый, хороший осенний день, уже можно сказать ноябрьский. Еще в планах у нас вот сделать, добить нашу геотекстиль сегодня вот купил, еще откос наш добьем. А так пока все, не переключаемся. Смотрите, поделали мы наши лунки, очень быстро уже темнеет. Но смотрите, сейчас тут будем закладывать геотекстиль в эти лунки и будем их закапывать белым песком. Ну, я не знаю, это пока оставим на потом. Сейчас главное, что нам сделать, это я вот геотекстилем положу здесь откос. Вот этот доделаемый, который все время мы делали. Сейчас позабиваем его и покажу по факту. Ребята, вы, наверное, тут вообще нас не видите, да? Тут налетел такой большой туман, вот солнце только спряталось, и все. Тут сразу во мрак и в туман погрузилось. Если вот, как видите, вот мы добили вот этот край, с лунками мы ничего не сделали. Ну, так получается. Не с лунками, а нашими фундаментами под террасу. Сегодня вот выдался у нас веселый, хороший день. Солнечный, но правда я уже поздно приехал. Может, завтра еще с утреца подъеду. Но я покажу вам то, что мы вот делали предыдущий раз. У нас там получилось, что туман налетел. И вообще было как-то не очень хорошо и прохладно. Ну, смотрите, мы подготовили под террасу наши лунки. Сейчас вот геотекстилем я закидаю. Уложу геотекстиль. И позакидываю песком. Сейчас просто тачка немножко занята. Тут сегодня сосед приехал, Олег, на участок. Вот у него тачка пока занята. Ему получается пока в простое. Но сейчас геотекстиль порежем и начнем работать.
так мы выкладываем геотекстиль. И сейчас трамбуем. И выводим на новую, на нужную отметку. Дорогие подписчики, тут уже темнеет, вообще в Питере уже быстро начинает темнеть. Вот таким вот приблизительно макаром мы будем укладывать геотекстиль и закидывать песком с трамбовкой. Сейчас вот я еще, наверное, одну лунку сделаю, уже темно будет, солнце село. Вот так, так что не забываем подписываться, комментировать и ставить лайки. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать видео. Так что до встречи, ребят. Пока.